нормальная рэпчина, йоу. Я тут читаю ее в микрофон. Только что играл тут в серваке. Стриминг Counter-Strike Source на войне скинов. Играли там с пацанами, катки гоняли, ничего поднимали. Врагов я набил, КДР больше двойки. В общем, неплохой получился серверочек, вечерочек. А так тут читаю рэпчину в студийке, вообще нормально. Тут читаю рэпчину в студийке, вообще реально нормально. Йоу, тут читаю рэпчину, вообще реально прикольно, нормально. Это рэп, это хип-хоп, это то, с чего нас прет. Это рэп, это хип-хоп, это то, от чего нас прет. Это рэп, это хип-хоп, это то, от чего нас прет. Йо, ну я просто тут играю в Counter-Strike. Потом читаю рэпчину, курю дубки. Все нормально, вообще реально. Вообще не парит меня эта тема. Да меня вообще никакая тема не парит. Я свои плохие мысли ставил в подвале, а тут на первом этаже у меня future is bright. Don't give a about the past, как говорит Рик Росс. Я слушаю тут рэпчину, самую прикольную во всем мире. Вся у меня коллекция тут песен есть. Рэпчину я слушаю, вообще самую прикольную коллекция тут есть. Рэпчину вообще слушаю, я прикольную коллекция у меня тут есть. Рэпчину я слушаю, тут прикольную коллекция вот тут у меня тут есть. Рэпчину слушаю, прикольную коллекцию у меня тут есть. Это рэпчина, это рэпчина, это рэпчина 2. Почему 2? Потому что это порядковый номер. А что значит порядковый номер? А это когда есть уже песня, которая называется рэпчина. А это, йоу, рэпчина 2. Это как брат 2, продолжение сиквела очень прикольной темы, которую нельзя было просто не продолжить. Ой, хочется мне зайти на серверочек, этот вечерочек, пивасик, и что-то там еще взять, поиграть немножко в Counter-Strike, поботать, посмотреть, йоу, КДР, враги, йоу, это рэпчина, это реально прикольная рэпчина, это рэпчина, Дэрэл Локо Икс.